Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Crypto Baby. Сегодня я вас познакомлю с уникальным крутым проектом. Наш проект называется Rhinox. И совсем скоро у них стартует продажа крутейших NFT от самых крутых художников. Продаваться они будут на Binance, продаваться будут за токены BNX. Ну а пока давайте все-таки разберемся с этими милыми Rhinox'ами, то есть носорожками. Значит, на самом деле их выпустили всего 10 тысяч. Они все разные, разные по своей редкости. Отличительные черты лица, также отличительные аксессуары, цвет фона. Это все будет меняться. На друг друга они не похожи и совершенно разные. Значит, также выпустили 10 тысяч, в продаже будет всего 9 тысяч таких носорожиков, и один из них может стать вашим. Продажа у нас начнется с 6 июня. Значит, в дополнение к своей художественной игровой ценности, Rhinox также будет иметь большое значение для использования в пространстве Web3. Это кредитная система, поскольку токен Rhinox проходит через различные уровни активности в сети, и их кредитный рейтинг также будет увеличиваться, одновременно позволяя держателям пользоваться правами и преимуществами, которые с ними связаны. Значит, также у нас можно будет приобрести такого носорожика, они будут разные по редкости, то есть вы можете даже получить какого-нибудь там эпического, и он будет там стоить со временем очень много. Значит, и их амбиции в отношении Rhinox на этом не заканчиваются. Они, если перенестись в будущее, то планируется в 2023 году уже, собственно, поддерживать и интегрировать Rhinox в основные общественные общедоступные сети, такие как Ethereum, Solana. Сейчас же это все у нас на Binance. Значит, будучи токеном, собственно, BNB, Rhinox предоставляет личность основных игроков и архитекторов в пространстве DeFi, GameFi и Web3. Rhinox полностью соответствует духу принципа Web3 и предоставляет новый кредитный рейтинг для держателей. Владельцы Rhinox могут использовать его в качестве аватара в различных своих целях. Также вот так будет выглядеть наш голландский аукцион. И вот они, вот такие вот чудесные, милые, крутые носорожки. То есть можете абсолютно любого выбрать, и он станет вашим. В продаже 6 июня. И продолжительность у нас будет 6 июня 20.00 по 7 июня до 2.00 всемирно координированному времени. Значит, стартовая цена у нас будет 13 BNX. Минимальная цена будет 8 BNX. И каждый час она, естественно, будет... Короче, если будет спрос, то они так и будут по 13, возможно, даже вырастут. Если спрос будет меньше, то цена будет понижаться каждый час на 1 BNX. Значит, это в соответствии с правилами голландского аукциона. Здесь кто захочет, может разобраться. Когда аукцион заканчивается, все, получается, разница будет всем возвращена. Поэтому не стоит пугаться. Вот, собственно, галерея крутейших носорожиков мы с вами можем наблюдать. Они действительно разные, не похожие друг на друга. То есть вот такие вот они крутячие. И можете уже, в принципе, себе выбирать. Значит, Rhinox разработала первый в отрасли передовой алгоритм, который решает проблему предоставления необеспеченных кредитных сумм держателям Web3. Этот алгоритм может предоставлять небеспечные кредиты на основе данных сети и исторического поведения, собственно, самого держателя. Rhinox будет сотрудничать с другими проектами DeFi для создания отраслевого альянса Web3. Права держателей Rhinox NFT на членство в альянсе признаются всеми сторонами. Поэтому Rhinox будет время от времени предоставлять держателям NFT
слоты из белого списка и премиальные преимущества. То есть у вас будет куча преимуществ, помимо того, что у вас будет крутейшая NFT, которая действительно, ну, как бы будет что-то стоить. Владельцы Rynex получат все права на свои NFT, и Rynex создаст коммуникационную платформу между предприятиями и держателями NFT для коммерческого совместного брендинга, рекламы и других видов, собственно, самопродвижения. Значит, также Rynex станет платформой для общения между продавцами и держателями NFT, где вы сможете сообщать об использовании авторских прав, независимо от того, являлись ли вы продавцом или физическим лицом. То есть право преимущества у вас будет однозначно вместе с Rynex. Также у нас есть дорожная карта. Все у нас начинается с релиза, далее у нас система кредитного рейтинга. Далее у нас последует в четвертом квартале текущего года система airdrop'ов на основе кредитной системы. И также у нас пойдет с первого квартала 2023 года многомерный кредитный рейтинг. Также все это в первом квартале у нас уже будет добавлена цепь Ethereum и сеть Solana. Так что такие вот дела. По-моему, действительно неплохо. И я думаю, на этом они не остановятся. Значит, приобрести можно будет на Binance. Значит, приобрести можно будет за BNX. Можно следить, ссылки оставлю в описании, чтобы вы не пропустили крутую продажу крутых NFT, потому что не так там много времени на это нам отводится, поэтому всем желаю вам успеть. Можете ознакомиться здесь с деталями. Есть также часто задаваемые вопросы, можно тоже переходить ознакомливаться. Если вдруг они у вас возникли, вы сможете их здесь найти или же задать напрямую, добавившись по группам. Продаваться они будут за токены BNX. Приобрести их можно, значит, в принципе, где угодно. Как видите, продаются абсолютно везде, то есть проблем с этим у вас не возникнет. Также у Rynex есть страница в Твиттере, здесь какие-то последние новости. Все самое-самое интересное. Вот можем наблюдать, как выглядят у нас зарисовки, как создавались шедевры, собственно, можно так сказать. Здесь, я думаю, со временем розыгрыша будет много всего интересного. Так что обязательно переходите, добавляйтесь, следите за новостями и не упускайте халяву, если она появится. Также есть свой Discord, можете принимать приглашения, ссылки в описании. По-моему, очень клевый проект. Ждем продажи крутейших, обалденных NFT. Всем вам желаю удачи и, конечно же, всем вам улетного, классного настроения. Ну а мне ставьте лайки, дизлайки, обязательно пишите комментарии и не забывайте подписаться на мой канал. Всем пока!